такого коленчатого погрузчика проводится покраска. Вот примерно вот так это работает. То есть можно залезть благодаря этой машине практически в любой угол. Любые инструкции, в принципе, достаются. Сейчас также проходит 600 микрон по мокрому. Все там нормально видно. Я сейчас с другой стороны зайду. Вот поближе этот погрузчик. Вот такая вот машина.